Папа Римский Франциск, совершающий первый в истории апостольский визит в Монголию, встретился с президентом и премьер-министром азиатской страны. Большинство жителей Монголии исповедуют буддизм. Католикам себя причисляют около 1400 человек. Обращаясь к духовенству и верующим, понтифик сказал, что Иисус не давал политического мандата своим апостолам, но велел им облегчить страдания израненного человечества верой. Non ha nulla da temere dell'azione evangelizzatrice della Chiesa, perché essa non ha un'agenda politica da portare avanti. Франциска тепло приветствовали верующие и представители духовенства. В воскресенье, как ожидается, понтифик примет участие в службе, к которой присоединятся паломники из Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Казахстана, России и других стран. Визит Папы Римского в Монголию продлится до 4 сентября.